привет! Это рубрика «Обзорчик», и сегодня очередной полезный обзор на приложение, которое обязательно должно быть у вас в смартфоне. Так что давайте начинать! Если вы давно планировали навести порядок в своих финансах, то приложение «Тяжеловато» точно для вас. Это бесплатный сервис, который узнает ваш месячный бюджет и подсказывает, сколько можно тратить денег в день. Плюс приложение в том, что расходы в нем не нужно делить на категории, как в других сервисах, а это значительно экономит еще и время. Кроме того, после превышения лимита приложение рассчитает новый бюджет на оставшиеся дни. То же самое произойдет, если вы потратите меньше, тогда дневной лимит увеличится. В общем, «Тяжеловато» берет учет вашего бюджета полностью на себя. Приложение максимально простое в использовании. Визуально оно выглядит как обычный калькулятор. Чтобы указать свой месячный бюджет, нужно нажать на настройки в правом верхнем углу и ввести свою сумму. Приложение автоматически рассчитает ваш ежедневный лимит. Вам остается только записывать все свои траты, чтобы не выходить за рамки бюджета. Так вы точно научитесь экономить. Все это приложение «Тяжеловато», так что пользуйтесь. На этом пока все. Новый обзор смотрите уже на следующей неделе. Всем удачи и продуктивных дней!